Привет, друзья! Такая личность, как Людмила Очеретная, известна всей России, правда, под фамилией своего первого супруга, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Людмила Александровна Шкребнева, девическая фамилия, является бывшей супругой президента Путина, а также второй первой леди России на трех президентских сроках супруга с 2000 по 2004, с 2004 по 2008 и с 2012 по 2013. Владимир и Людмила узаконили свои отношения в 1983 году, однако после 30 лет совместной жизни, как заявляет лично Людмила, они стали чужими друг для друга людьми. В 2013 году пара официально развелась. Это так. И сделано ли это в целях безопасности семьи президента, или же Людмила Александровна сказала правду, не знает никто. Поэтому вопрос причины их развода остается открытым. Кто видел, как Владимир и Людмила Путины посещали различные мероприятия, мог заметить, что на фоне той же жены нынешнего премьер-министра, да и жен других членов правительства Российской Федерации, Людмила выглядела не так свежо. Конечно, годы берут свое, но давайте взглянем, какой она была в годы своей молодости и в кого же так влюбился молодой Владимир Владимирович. К сожалению, более четких фото нет, однако можно понять, что девушка была достаточно красива, чтобы привлечь внимание, поэтому выбор Путина нисколько не удивителен. Владимир Владимирович довольно скрытный человек, который беспокоится о безопасности своей семьи, поэтому он и решил спрятать дочерей под чужими фамилиями. Возможно, для этого были объективные причины, вероятная угроза жизни, например, а может, это просто старая привычка со времен КГБ – держать все в тайне. В любом случае, никто не собирается копаться в грязном белье президента. Люди лишь хотят узнать больше о личности и семье лидера. Впрочем, сам Путин говорил: «Я человек не публичный». Ну скажи, дедушке, за кого голосовал-то? За Путина!